Всем народ, с вами Рокот, я сегодня играем в Майнкрафт. Короче, скачал карту, которая называется Tropical. Что-то там выживание на острове, если в описании было. Значит, посмотрю эту карту. Ни разу еще ее не запускал. Так, мы появляемся на юге какого-то острове. Положение обитаемое. Че, попробуем повыживать пока что. Хрен знает, сколько мне это времени займет. Ладно. Они в тупые растут. На этих тропических деревьях. Ладно, окей, давайте, наверное, повыживаем. Я думаю, что не... Я так живу с выживанием. Окей, эти самые деревья это были. Что надо какую-нибудь искать? Может кто-нибудь кого здесь? Где бы мне поселиться пока что? Далеко здесь не хочу идти, кто знает, что там находится. Я выйду в этой кадре. Вот тут есть моды. Просто интересно. Не, вообще здесь нет модов, значит, это просто карта. О, курица. Нет курицы. Так, так. Курочка. Да. Такое тоже бывает. А это нет. Топор добуду. Ой, топор. Ну, понял, камень. Мне топор просто нужен, топор, ну, хуйня. Давайте отложим пока что, что мне не надо. Глубокая, однако, земля. А вот камень пошел. Начинается. Меня диазит, не знаю, диазит, тут есть диарит и все такое. Вот найм как-то там начинался еще. Камень, я уже забыл, как он называется. Так, давайте подобываем немного камушка. Мне попадается очень много дерева. Так, я думаю, хватит мне камня. Так, ага. Здесь заросло все. Самое. Сразу делаем еще палки. Давай сундук, сразу печку крачу, сундук, топор, меч, топор, палки и, ну, наверное, кирку и, наверное, еще лопату скрачу. А есть еще палки? Во, палки еще есть. И, наверное, еще мотыгу. Окей, ставим, давайте, я не знаю, не, мясо сейчас поджарим. Вот это пока что не понял. Их вам нахер надо. Это темки я сейчас пойду посажу. Землю ставим. Мясо. Короче, вот это сейчас выпустим. Посадить. Конечно, далеко идти, но ладно. Люди, дети хорошо будут базу построить какую-нибудь. Курица минус.
Так, у меня земля, в принципе. Сколько у меня семечек? Четыре, четыре. Еще дерево. Зачем смысл водосусора? Если водосусор может сразу просто выпускать, сил будет. Все просто выживать на нем. Непонятно. Кстати, в воде плавает. Прикол. Я удивляюсь, что там тыквы, конечно, на этом растут. Ну, типа, я не понимаю. Это, типа, пальма, чешуа. Не достает. Так, ладно, давайте. Кстати, здесь можно забраться, по сути. Если посмотреть. Тут просто на дерево можно забраться и все. Но нам это нафиг не надо. Ай-яй-яй, как больно. Ура, одному уже подошло немало симка. Так, что я думаю, хватит дерева. Так, где-то там мой бестак. Да. Пять бомб строить в трактов, этих все. Ну и где он? Я забыл. Давайте, не помню. А, вон они. Ну так далеко уж. Не так уж и далеко. Так, давайте, я не знаю, переселяться. О, семки, 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 семки. Мамочки. Переселяемся. Еще мы будем песке жить. Повтори. Опа. Пока нормально. А, и не больше. Я еще вот это дерево не переделал. Да. Ну, где-то около 4 стаков. Даже мне взял около 5. Так, это чуть-чуть положим. Так вот сюда. Дальше делаем сундуфару. И кровать. Нахер мне еще не верстак. Ничего не сделал. И кровать. Кровать, кровать, кровать. Кратишка, в смысле далеко? Нормально такое расстояние. Кто? Ах ты маленький пидор.
просто взять или какие-то такие. Вон они. Во-во-во, нифига база спавнилась. Скелеты. Окей, давайте чем? Чё, давайте домашнее строить, что ли? Потому что это не дело. Так, окей. Где мои, блядь, доски? Сюда. Окей. Так, дальше делаем три блоки. А, сделай, блядь, за одну что, блядь. Так, что ты делаешь? Почему мне не надо? Не ломай мне эту систему. Надеемся, что хватит. Не хватило. Ну, недорассчитал немного. Окей. Давайте сейчас, я не знаю, пойдем пожарим много. Сейчас там вот дерево еще. Примерно хотя бы три ночи переживем. Это была первая, сейчас будет еще две. Просто попробуем дожить там с такой челлендж. Это три ночи и все.
Я не знаю, что на этом мусорном толком не делать. Какой метров 10 тысяч раз перепроходить несу похода мне. Хочу еду поджарить. Окей. Так, где моя еда? А, где-то тут. Так, курицу поджарим. Чем поедим? Итого мне надо. Мне надо полублоки вообще. Сейчас, а сколько мне не хватает? Раз, два, ну где-то 4 блока можно ставить. А что это в смысле ставить? Просто не делать. Типа смысл купить. Так удобно. 4 полу. Давай на полублоки. Посмотрим, что хватит. Все, курица поджарилась. Жарим свинью. Что, пробуем? Ну ведь машина может быть что-то попасть, типа уборки. Так, как там? Мешайте. Не могу. Так, блин, у меня сейчас чуть-чуть это еще осталось. Давайте еще чуть-чуть сделаем. А, это у меня 3 слоя точно. Я шприц делаю из двух. Так, заходим, заходим, заходим. Прошел, делаем вот так. Переворотки, переворотки. Окей, все, дом сделан. А мне, а сколько у меня дверей? Подожди, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одну, где-то еще одну надо сделать. Поехали. Чтобы типа сок потом подобывать. Да? Все. Давайте, наверное, сок, наверное, подобываем. Где-то вот тут окно сделаю. Где? Вот тут и вот тут. Да, здесь еще, конечно, пол поменял бы.
так сказать, доход. А у меня есть топор и лопата. Ну, просто мне не особо много надо, по сути. До хрена, но... О, вторая ночь. Сейчас мы вторую ночь переживем. Вообще, моя цель пережить три ночи. Это же переживем. Да все, хорошечко. Так. А нахера дерево давай? А, пол хотел поменять точно. Как у него в обычном мире уже там взять полчаса, у меня спал здесь. Вот тут у меня сразу, ого, нифига вы засадники тут. Не мой хлопуда, я к тебе. Какие ты пойдет такой, бахнет. А это заметно, какой житель, так скажем, там дом. Так, окей. Давай сюда еще вот этих кинем. 32. Ну. Хватит. Одно стекло всю ночь плавилось. Круто. Вот что, пол меняем. Для паука слышу, кстати. Дерево не хватает. Там паук ходит. Серьезно? Ну не серьезно. О, там мук убил. Давай, пойди. Так, это хорошо. Так, симки у меня. Не получилось, да. О, там молоко чуляется. Чего-то
Окей. А сейчас смотрите фокус. Мы проводим воду. Ну, поняли. Так. Нет, земли сейчас с собой. Чем мясо что ли пожарить? А я мясо не пожарю. Нет, песок я забыл. Я реально забыл, что я песок плавил. А я тебя вспомнил, нахера я его плавил. Так, и чё? Чё? Блять, я думаю, я тут просто полублоками подставлю и всё. Меньше затраты. Во. Во! Было много шутца. Так, погнали. Во. Мне бы как-то всю эту траку закрыть. А если я возьму два блока стекла? Не, мне надо именно, наверное, именно на блоки ставить. Я так думаю. Типа прикольнее получится. Или нет? Давайте так, будем, значит, два блока стекла, блок. Ну тут три. Это же не надо, не вот это. Ох, что это серьезно. Во! Во! Ничего не делаешь. И... Тут. Вот я картину повешу. Тоже, так, вот здесь. Не даже пожарили, а у меня была готовая, прикиньте, я даже не знал. Да, может быть, и шахту. А, кстати, картину же хотел сделать точно. Зачем мне? Я сейчас картину сделаю точно. А ее легко делать. То что? Почему? А, перо было. Тын-тын-тын. Опа, картиночка.
Ну, пузырек сделать. Но я вроде алхимиками пока что не занимаюсь, алхимическими вещами. Это не этот дом такой, как у него походу курса горила, не сеса, а это. А я это что-то. Мазер, что ли? Я не знаю, я будет горил бочками там кидалась. А вот играл. Хер помнить. Честно, мне память как у улитки. А может даже улитки больше память, чем у меня. Непонятно. Не сравнивал. Мне кажется, мне все равно больше. Давайте, я не знаю, далеко думаем. А, уже вечер? А, уже вечер. А смысл видеть сейчас в шахту? Уголь. Я изначально мог угля с железом добыть. Ну, сейчас нас ведем на тот домик. Сюда. Так, мне на кучу палок. Погнали, что я тебе скажу. Все, третья ночь. Почти пережил. Домой достаться. Там был. Но я выжил. Там паук у меня в доме. Эй, я домашних питомцев себе не заводил. Охереть. Пацаны, мы ходим. Глянь на эту падлу. Здрасте, ёб твою мать. Как вы зашли? Я понимаю, что но я не успел свет поставить, я только сейчас хотел поставить. Террористы. Иди нахуй. Пидор, ладно. Вы помнили, вспомнились, а? Не пидор ли? Ладно, спать. Ладно, раз, мы прожили 3 ночи, но дом взорвали нахер. Так что, народ, всем удачи, всем пока.